Здарова, товарищи! Приходят нам праздники, что бы я вам мог порекомендовать. Сегодня у нас есть такое замечательное балканское блюдо в Сербии. Это называется гибаница или пита. У меня есть корочки, которые можно купить в всяких магазинах. Они просто такие тоненькие. Сейчас мы из-за того будем делать какое-то блюдо, которое очень быстро готовится. Я возьму одну головку репчастого лука, порежу мелко на примерно пол килограмм мяса. Одна головка будет достаточно. Возьмете сковородку, включите плиту, добавите лук в сковородку. Немножко посолим этот лук, чтобы быстрее жарился, это уже знаем, научили. Добавим немного масла, подойдет оливковое, подойдет растительное, в принципе, на ваше смотрение. Ставим это все на плиту, чтобы лук немного обжарился. Пока, значит, лук у нас жарится, возьмете яйца, там, скажем, штук 5, можно и 6, если они маленькие. Я возьму, значит, сыр болгарскую брензу. Сыр просто так рукой раздавите. Можно подойдет и обычно русская брензу. Возьмете такую штучку, все это хорошо смутите. Принадобится вода с газом обязательно. С газировкой намного лучше получается. Ну, примерно 6 яиц будет достаточно где-то 100 грамм, 150. Сейчас мы то все умутим. Добавлю сюда немного чеснока. Греки бы обязательно туда добавили орегано, почему нет? Чуть-чуть орегано можно, значит, добавить. Это будет очень интересно. У меня есть креветки, я сейчас добавим немножко воды у лук, чтобы он потихоньку жарился, промешай, чтобы не согорело. Не забивайте. Наши креветочки мелко порежем. Все это присоединим нашему сиру. Добавим сербскую олеву паприку, немножко сладкую. Накручу там чуть-чуть перца. Хорошо смешаем за одну питу или гибаницу с сиром. У нас все готово. Добавим и пол ложки столовой у фарш на пол килограмма. Можно добавить, конечно, немного паприки. Накрутить перчик. У меня говяжий фарш. Конечно, подойдет свиньей, из курицы, из чего хотите. Сейчас я возьму фарш и добавим его к луку. Возьмете лопатку и потихоньку надо нам обжарить этот фарш, чтобы получилось мелко-мелко хорошо обжарено. Уже получили массу из фарша, как то нам надо. Я уже перец добавлял, но я, конечно, сейчас добавим немножко больше. Я, как настоящий гордый серб, добавил бы немножко олеве паприки, наш специфический сорт. Греки бы сюда добавили обязательно орегано. Болгари бы, наверное, сюда добавили немного болгарской брензы. Хорошо смешаем. Желательно, чтобы то немножко прохладало. Возьмем такую штучку. Может, она да будет металлическая, любая. Значит, добавим сюда немного оливкового масла. Берем наши корочки. Называются они фило-тесто. Когда чего-то делаете с мясом, постарайтесь немножко воду с газом да добавите. А то кора должна да выпьет эту водичку, чтобы она взросла. Значит, тут нам надо расширить это мясо. Опять добавим 2-3 слоя корочек. Желательно, чтобы они были так немного мяты. Потом внутри, когда они нарастут, когда все то получится такое сочненько, вкусненько, вы поймете, почему это надо. Опять то сделаем так мято. Водички добавите. Добавим мяско. Всегда самый последний слой оставите там, чтобы у вас осталось 4-5 корочки, а не сверху буду сагореть, буду такие хрустящие. Так что подстрахуйте это все на всякий случай. Немного масла сверху надо. Можете свободно так рукой да сделайте. Опять немного воды с газом.
Первый вариант мясной у нас готов. Сейчас мы его уберем, оставим, чтобы корочки замочилась у воды. Примерно 5-10 минут. Опять возьмете противень, например, такой. Его смажем маслом. Возьмем наши фило-корочки. Добавим фило-корочки. Сейчас желательно добавить чуть-чуть масла. Даже можно и сюда. Всегда, когда делаете какой-то постненький вариант, значит, немного масла. Все равно, что здесь есть уже вода. Опять возьмем корочки. Добавили нашу заправку. На всякий случай добавим чуть масла. Уже можем все это потихоньку добавим, равномерно распорядить. Возьмем наши корочки, опять как и в первом варианте, чтобы там слой был из нескольких раз, потому что вверх загорит. Все повторяем, как обычно. Ставим две штучки сверху, чтобы то было красиво и правильно. Желательно, чтобы вы включили духовку на 220 градусов, чтобы она была очень хорошо нагрета. И все отправляем на примерно 20 минут. Прошло примерно 25 минут. Сейчас посмотрим, чего происходит с нашим ебаницем или тикпиком. Вот у нас один вариант мясной. Потом у нас есть такой сырный вариант. Очень желательно, чтобы это все оставили на примерно 5 минут, чтобы прохладало. Но, как я очень голодный, сейчас потихоньку это все со стороны так немного освободим. Это все надо вырезать на половину. Потом можно это все вырезать кусками. Возьмете одну такую штучку замечательную. Первый кусок как-то немножко помучите все. Потом все это идет очень легко. Такая штучка у нас с прекрасным запахом мяса, лука, чеснока, орегано. Ставим в сторону мясной вариант. Сейчас принесем тарелку под сырный. Я вам желаю здоровья, удачи, правильно питайтесь и с новым 2012 году желает вам Серж ТВ Джем. Спасибо, чао.